Ребят, всем привет! У нас сегодня вот на обзоре вот такой в идеальнейшем состоянии Mitsubishi Lancer. Единственный хозяин и единственному хозяину этого японского седана, который был очень-очень популярен на дорогах России 2008-2007, а он с 2005, по-моему, выпускался даже, годов. Надежный. Нужна надежная громкая аудиосистема. Pride Solo 140 перекочевали в эту машину с другого автомобиля. А мы сюда добавили двенашечку Pride. Сабвуфер будет работать от усилителя DevBones Atom 2000.1, Atom Pro серия. Четырехканальный усилитель Aura Venom D4.200 будет работать на фронтальную тыловую акустику. И сердцем системы будет преобразователь высокого уровня, высокоинтеллектуальный Helion DHL 6. Ребят, мы с владельцем обсудили, и многие из вас часто пишут, да, мы, наверное, с сайта их сейчас уберем с продажи, потому что они сейчас в жестком дефиците. Штука действительно хорошая, я имею в виду вот про это. И вот это тоже хорошая, и усилок хороший. В принципе, здесь такая сочная и очень собранная аудиосистема. Вы, наверное, обратили внимание, да? Полгода мы скучали, полгода мы ждали, пока нам ребята из АЗТ Дизайн, город Тула, сделают вот этот автомобиль. В Воронеже нам перетягивали руль, панель, бомба. Здесь распорка, здесь 10-миллиметровый металл. Здесь вот клавиша включения подсветки. Смотрите. Здесь ноу-хау. Здесь она очень мощно и жестко крепится к полу. Здесь крыша стоит просто, она на месте стоит. Здесь сдвоенный триплекс. И 16 братцев Аура Монстра Спорт. Дима сейчас, кстати, знаете, что вам хотел сказать? Как это говорит? Спонсор моих проблем, да? Да, спонсор проблем. Мне жена заказала. Короче, вот такая тема. Никогда не используйте ее. Вот. На ЦКАДе лютуют гаишники по этому вопросу. Ну, говорит, мы медведи знаем. Я говорю, ну, видите, и меня отпустили. Поэтому так вот никогда не делайте. Так, ты сейчас хочешь выехать пострелять. Возьми только телефон, может, тебе может Серегу дать, Никиту, чтобы видео поснимали. Ребят, ну, а с вас, так скажем, активность за, короче, поддержку. Моральная просто поддержка нам нужна. Нас, короче, нужно найти определенные события, при которых оформление будет максимально работать. Мы вчера его только пригнали. Нам предстоит здесь огромный такой объем работ. Сейчас вот мы изготавливаем карты под не сверхгромкий фронт. У всего здесь 12 среднечастотников, мидрейнджев и 3 пары твиттеров. А 3 в каждой двери. Здесь будут фрезерованные сетки. Дима сейчас выезжает. Ну, а я возвращаюсь к герою нашего обзора. Серебристый цвет, Снежная Королева. Русскими словами сказать. Сейчас система у меня на подзарядке. Здесь стоит штатный аккумулятор. Ну, он, видимо, уже замененный был. Но назовем его штатным. Да, это кислотный аккумулятор. Я так понимаю, нам нужно сделать дубляж. Сейчас Антону скажу. Генератор здесь тоже штатный. Антон. И давайте по порядку. В передних дверях у нас, в виброизолированных дверях, установлены 16-сантиметровый, наверное, даже больше 17-й, ну, 6,5 дюймов мидрейнджа. В задней полке аналогично. Багажник у нас занят царем багажника, это сабвуфер. И здесь вот у нас на фальшпанели крепится два усилителя, силовой дистрибьютор и Helion DHL 6. Эта штука настраивается не отверткой, эта штука интеллектуальная, у нее есть свой софт. Она настраивается, или он настраивается, с помощью компьютера или ноутбука. Мы можем отдельно каждый канал, их всего 6, регулировать по уровню. Уровень здесь регулируется с шагом, по-моему. Ага, здесь еще 1 дБ, а сейчас новая прошивка будет 0,5 дБ. Я не буду обновлять прошивку, ввиду того, что владельцу надо сегодня уехать. Получается, что задержка каждого канала 31 полоса эквалайзера на каждый канал. Я снимал вам видео про этот девайс, 7990 его цена. И каждый канал мы можем
отфильтровать по-разному, как сверху, так и снизу. То есть, если бы у нас стоял преобразователь KX-HL4, мы бы на усилке просто крутанули вот эти две крутилки, и все, машина настроена. То есть, с помощью развитой фильтрации усилка мы просто переключаем в HPF, выставляем уровень и непосредственно сам фильтр. Здесь же мы можем и сверху, и снизу подрезать, выбирать крутизну спада. Вы очень часто задаете вопрос, что такое порядки, я в этом не разбираюсь. Вот смотрите, off — это когда выключен фильтр, 6 дБ октава, первый порядок. Ну и, соответственно, умножаем на 2, да, то есть, нет, как 6 дБ октава, 12 дБ октава, вот это 13 дБ октава, третий порядок, 24, это четвертый, ну и так далее. Ребят, вот с чем мы сталкиваемся. Слышите, шипит? Она стоит на паузе. Кто-то написал в одном из последних видео, Дима говорит, любит Анна Асти. Ну, не знаю, просто вот она мне попалась на флешке первой. Вот это я сейчас попробую убрать. Сейчас у нас Дима отъедет, и я продолжу настройку. Что хочется сказать. Система очень сбалансированная и собранная. С запасом моноблок, с запасом четырехканальных и сердце системы. Управляет аудиосистемой тот же инкар, который был у владельца. И по пожеланию владельца регулятор на сабвуфер будет стоять вот здесь на скотче. Удобно очень. И вольтик, и энкодер для регулирования уровня громкости. Так, что хочется еще? Сейчас я дострою и включу вам прослушку. Двигайтесь, мы. У нас сегодня вот диджей Нил на прослушке будет. И регулятор. Аудиосистему мы сегодня собрали в Mitsubishi Lancer. Оригинальную аудиосистему мы будем собирать тоже вот сюда. Ну и что хочется сказать? Минус 4 децибела левый канал, на минус 3 правый, и тыл я убавил на минус 6 относительно сабвуфера. Двигайтесь с музыкой. Владельцу спасибо за доверие.
И всего вам хорошего. Будь добры. Среди старинных домов и дворов Арзамаса слышен музыки панч и вибрации баса. Моталый кузов, хром катки катит, топит фронтера. Валит автостиль, на Поволжье своя атмосфера.